Круто, что ты приехал. Я рад. Садись, покатаю тебя чуток. Я как только тебя в прошлый раз увидел, я сразу подумал. Этот пацан не сыкло. А мне для этой работы именно такой человек и нужен. Лучше скажи ему, чтобы он не пиздел, а руль покрепче держал в лапах. А то каждый раз, как он за рулем, мы улетали куда-нибудь, блять, в канаву. Твоя тачка? Нет, конечно. На прокат взял. Разобьем, не страшно. Это и есть план? Сука, так я и знал. Я так и не услышал, что это будет за работа. Да ты понимаешь, кое-кто в этом городе совсем берега попутал. И ты поможешь мне восстановить справедливость в гадюшнике, в котором мы живем. Ага, вот так, значит. А поточнее? Есть такая девочковая группа, Аскрекс. Три птички из Японии, щебечут свой говнопоп. Стали популярны в Азии, для этого много ума не надо. А теперь едут в тур по новым штатам и хотят его рекламировать кавером на мою песню. Ты представляешь? А я не позволю с собой так обращаться. Так, можешь объяснить, в чем с этими девочками проблема? Алло, ты что, не видишь, в чем тут засада? Да и хер с ним. Это не обязательно. Минут через 10 все поймешь. А теперь слушай план. Мне сказали, что тут будет проезжать концертный грузовик Аскрекс. Сделаем все, как в старые добрые времена. Разнесем его к чертовой матери. Нет оборудования, нет и концерта. Кири сам решает свои проблемы? Прям без армии юристов? Раньше они всегда все решали, пока он лежал у бассейна с жопой кверху. Видимо, и правда какая-то засада. Скоро будем на месте. Мы на месте. Багажник, вынимай оттуда все. Ну и ну. Неплохой арсенал. Мы же сражаемся за искусство. С большой буквы И. Приступай. Ага, знаю я его. Искусством тут и не пахло. Сейчас все будет. Знаешь диджейку Айви Кому? Ее убили. Вот прямо здесь, на этом месте. Ее лимузин вело Ави под маскировкой. От девки мало что осталось, от лимузина тоже. Потом оказалось, что целью была вообще не она, а какой-то пиджак из биотехники. Он отлизывал ей, когда полетели пули, и... В общем, их так и нашли. Разложи вот здесь. Все, прячься, быстрей. Что теперь? Теперь ждем. Автоматические модули, шипы, чтобы колеса прокалывать, стандартный полицейский набор. И гранаты еще. Где ты все это взял? Там же, где берут эксклюзивную дурь, новейшие прототипы аудиовокса, свежие юбари. Черный рынок. Не, фанаты. А, вот они, как раз вовремя. Наш выход.
Я беру водителя, ты сменщика. Их надо вытащить из машины. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Вы там ебанулись? Это что такое? Вышел из машины, блядь! На землю, сука, чтобы я руки видел! Вылазь! На землю, живо! Мужик, ты чё? На землю, я сказал! Эй, мужик, опусти ствол. Давай поговорим. Завали его! И тогда все быстро кончится. А, мать моя женщина. Слышь ты, карту доступа возьми. Открой кузов. Хорош вертеться. И без глупостей. Чё там внутри? Тебе повезло, Керри. Тут сплошные ящики с оборудованием. Микшеры, колонки, барабаны и километры кабелей. Заебитлз, это джекпот. Спасибо, господа. А теперь бегите. Бегите и не оглядывайтесь. Шлевонка в насосы, пока я добрый. А теперь кульминация. От всего этого добра должна остаться только кучка дымящегося хрома и пластика. Как скажешь, босс. Давай, жги! С тобой работать, Ви? Твою мать, Керри. Это же просто грузовик с барахлом японских куколок. С таким же успехом можно было напасть на ларек с сахарной ватой. Блять. Но для него это шаг вперед. Прям не узнаю скотину. Красиво горит. Ничего не скажешь. Вопрос только, что тебе это дает? Эти сучки думают, что могут просто так бабла на моем хите, но их будет ждать сюрприз. Знаешь, скольким я пожертвовал, чтобы стать тем, кто я сейчас? Ты, блядь, знаешь, какова цена успеха, а? Эти сраные дешевые шлюхи хотят украсть мою песню и думают, я буду стоять и смотреть. Хуй там! У них, блядь, вообще мозгов нет! Успех. У Керри всегда был на этом пунктик. Ничего не поменялось. Тебе не кажется, что юрист справился бы лучше, чем ты? Это ты мне говоришь? Я наулыбался и наподписывал бумажек на всю, блядь, оставшуюся, сука, жизнь. Сегодня, блядь, я оставил ясное послание. Только так и надо делать дела в Найт-Сити. Копы, дельтуем. Иди, надо от них оторваться. Внимание, порядок восстановлен. Всем нарядам вернуться к патрулированию. Всем нарядам поблизости подозреваемых, что еще не задержан. Да я последний раз от копов бегал в 2020-м. Ха! О, как раз! Джонни! У него пушка! Да-да!
Мы тогда были обдолбаны в хлам, а они нас все равно не поймали. У этих тоже нет шансов. Хуй вам в сраку! Живее! Угомонись, рано еще праздновать. Они прямо у нас на хвосте. Сейчас оторвемся. Только давай побыстрее, я очень хочу жрать. И срать. Напрягитесь, хуесосы! Оторвались. Я потратил на тебя кучу эти, но это того стоило. Ты прям профи. Я пока никаких Эдди не видел. Так, я, пожалуй, сойду на Карнитос. Керри Евродин ест в таких забегаловках? Ха, чумба. Да здесь варят лучший в городе кофе. Густой, как смола. А если они тебя знают, то еще и натуральный. Давай пошли, я угощаю. Спасибо, но давай не сегодня. Мне надо бежать. Ну иди нахер. На связи. Ща, переведу тебе бабло, пока не забыл. Давай увидимся.
человек не азартный, но поставил бы на то, что она оттуда и не уезжала. Инцидент оказался провокацией НСШ, как мы и говорили. Что тут добавить? Розалин, если все-таки зайдешь в Доктаун, мы встретим тебя с распростертыми объятиями. Заходи. Принял. Сука, сука, сука. Нет, раннер. Сейчас будет взламывать. Меня что, никто не слышит? Что за...
Сильно кукурузу сажать. Нихуя себе место. Может, тут поработали воры? Палец на спуске, Ви. Мне надо подумать. День, а жопа. Сколько мне еще тут торчать? Я хотела еще сегодня ноготочки сделать. Продюсеры тебя уроют. Без меня студия теряет миллионы. Миллионы! Давай, Что за херня? Классный вопрос. Этот извращенец меня тут запер и не выпускает. Угу. Я и есть Лина Малина, главная сучка Доктауна. Слушай, вытащи меня отсюда, а я схожу с тобой поужинать. Может быть. Сегодня тебе везет. Ау, солнышко, хватит пилиться на мои сиськи. Дай уже по башке этому амбалу и отвези меня домой. Заткни хлебалу, дебил. Если что, это Тул. Он мой друг и напарник. А я-то думал, у нас с тобой ебанутые взаимоотношения. Пойдем наверх, пока он не разошелся. Я тебе все объясню. Это какой-то трэш. Надеюсь, у тебя есть адекватное объяснение, зачем ты запер тут этого чувака. Господи боже. Сраное говно! У меня же запись! Ты мне обрушишь просмотры и продажи! Вы слышите, твари? Ребята меня найдут и вытащат из этой дыры! Тул обожает Лину. Смотрит все, что она выпускает. С самого первого брейнданса. Недавно в Доктауне скакнуло напряжение. Дело обычное, но Тул в тот момент, так сказать, играл за Лину. В итоге Вирт впечатался ему в мозг. Чувак решил, что он на самом деле Лина Малина, поэтому теперь и говорит как она, и ведет себя как она. Ты все равно уже увидел, что тут творится. Поэтому я бы дал тебе новый заказ. Кто вообще такая эта Лина? Актриса брейнданса. Делает спорный контент в яркой обертке. Состоит в банде. Трахается с диджеями. Нюхает дизайнерскую дурь и разъезжает в дорогих тачках, расстреливая воздух из автомата. Твоему другу срочно нужен риппер. Ты же хочешь ему помочь, правильно? Не надо рипера. Тул сам скоро очухается. Раз уж ты здесь, я тебе хорошо заплачу, если поможешь мне кое в чем. Я хочу извлечь пользу из текущего положения дел. Улавливаешь мысль? Не то чтобы. Магазин еле держится, наши записи не покупают, зато Хансену мы отдаем за аренду ого-го сколько. Голова, может, и выглядит круто, но мы же прекрасно понимаем, что в Доктауне не богачи живут. Попроси кого-нибудь из друзей. У меня серьезные заказы и большие ставки. Вот. Мне как раз нужен кто-нибудь опытный. Возможно, предстоит помериться достоинствами с бандой, в которой состоит Лина. Твой Чумба потерял связь с реальностью. А ты хочешь на этом заработать? Еще наемники мне про бизнес-этику не рассказывали. Я присмотрю за Тулом, чтобы он, не дай бог, себя не прикончил,
и ничего не разнес. Ты съездишь за Линой, привезешь ее сюда, и мы снимем с ними брейнданс. Назовем типа «Развилина». Угу. Лина получит контент, а магазин — рекламу среди ее фанатов. Все будут в выигрыше. У этой Лины куча бабла и фанатов. Ей, наверное, каждый день предлагают съемки. С чего ты взял, что она приедет? Ну, погоди. Она корчит из себя суперзвезду, потому что на это есть спрос. У нее нет ничего, что могло бы завируситься. А ты не боишься, что Тул таким и останется? Не, с чего бы? Людей иногда накрывает после брейнданса. Я и не такое видал. Я больше боюсь, что черти из Баргеста придут за деньгами. Мы сейчас зарабатываем, как пожилая шлюха с циститом. Ладно. Я привезу сюда Лину, но мне нужен ее адрес. Отправил. Если запишем крутое видео, добавлю что-нибудь сверху. План надежный, как швейцарские часы. Что может пойти не так? Ты получаешь в панель, а мы потом делим компенсацию. Слушай и повинуйся. Спасите! Укрепляйте лед. Народ, тут кое-кто выпендривается. Давай сбоку, обходи. Часто делаю в нем дыр. Давай, идиоты, окружайте его. Есть. Пора завалить этого психа. Внимание! Говорит Курт Хансен. Представители мусорщиков приедут с деловым визитом во вторник. На случай, если наши балканские друзья будут не в дуле, все должны разойтись по Ah!
Сбоку, обходи. Укрепляйте лед, он нас ломает! Ничего себе! От такого не отказываются! Держись. Сделай с ними что-нибудь, а то украдут еще нашу принцессу. Я хочу сначала поговорить. Может, они знакомы с Линой. Тебе что, хром жмет? Нет? Тогда шуруй отсюда. Классный домик. Кто тут живет? А тебя ебет. Давай кругом шагом марш. Тут говорят, вы теперь в черном списке Баргиста. Лучше дельтуйте, пока они до сюда не добрались. А ты-то, блядь, откуда знаешь? У меня заказ вас посчитать и просканить оснащение. Но я в рот ебал их заказы. Они моего друга год назад завалили. Понял, Валим. Мы ловить маслины не подписывались. А
атмосферка тут что надо. Лина вряд ли на что-то согласится, если меня тут увидит. Лучше подождать ее снаружи. А вот и Лина. Сделай важный вид и скажи ей что-нибудь по-продюсерски. Поучи меня актерскому мастерству, Джонни. Ой, это кто тут меня дожидается? Сколько уже стоишь с вечера? Расписаться тебе на груди? А где моя команда? Мы должны были снимать, а они даже не приехали. Лохи. Так, а ты-то что, автограф хочешь? Внимание всем жителям Доктауна! Я бы сказал ей все как есть, что Тул не в себе после несчастного случая, но встреча с ней должна ему помочь. Она выглядит стервой, но может получится вызвать у нее сострадание. Мечтай. Это не девчонка, а медиапродукт. У продуктов чувств не бывает. Эй, проснись! Я лучше сама с собой поговорю. В общем, один мой знакомый начал бредить после твоих брейн-дансов. Они очень его изменили. Ему бы помогло поговорить с тобой. Я тебе что, медичка? Болен? Так отвези его в больницу. И вали с моей территории. Конец. Ждите новых приключений Ви в Доктауне. Иди нахер. Атмосферка тут что надо. Лина вряд ли на что-то согласится, если меня тут увидит. Лучше подождать ее снаружи. Не получилось. Такой лед фиг пробьешь. Придется придумать что-нибудь другое. А вот и Лина. Сделай важный вид и скажи ей что-нибудь по-продюсерски.
Научи меня актерскому мастерству, Джонни. Ой, это кто тут меня дожидается? Сколько уже стоишь с вечера? Расписаться тебе на груди? А где моя команда? Мы должны были снимать, а они даже не приехали. Лохи. Так а ты-то что, автограф хочешь? Я агент студии Brain Syndicate, и у меня для тебя есть просто идеальная роль. Мы хотим выпустить пилот нового сериала. Если он завирусится, и вы с соведущим сработаетесь, можно будет начать производство. Притормози, милый. Я, может, и простая, но не дешевая. И мне всегда дают аванс. Внимание всем жителям. Это Курт Хансен. В Доктаун проникли вражеские агенты. Шпионы и пропагандисты. Ты знаешь, что такое вирт-страсть? Конечно. Громкая премьера, дискуссии, протесты, миллионы проданных копий. Я работал с его продюсером, Рэйчел. У меня есть опыт в индустрии. То-то мне твоя мордашка знакома. Это же ты распял псевдо Иисуса на кресте. Ну тогда извини. Я тебя просто проверяла. Не представляешь, сколько мне делают липовых предложений. Так мы договорились? Само собой. Ты принес сценарий? Сценария нет. Нужна импровизация. Сейчас отправлю адрес. Встретимся на месте. Тебя там будет ждать еще один продюсер Перо. Ага. Тогда я пойду скорее краситься и ногти делать. Спасибо, котик. Чао. Давай, ну давай, иди сюда, блядь! У тебя моя лицевая панель!
Даже туфли такие же! Охуевшая ты пизда! Я тебе устрою! У меня права на мой внешний вид! Ты со мной до смерти не расплатишься! Твой внешний вид? Твой? Сумка, очки, туфли, все на заказ! Лина, малина, это товарный знак! Свое что-нибудь придумай! Слушай, это пиздец как странно. Что мне тут вообще играть? Тихо, режиссер на площадке. Должен же кто-то вами командовать. С возвращением! Эй, на что ты уставился? Убеди его, что он твой клон, созданный Феру. Ну, не знаю, звучит не очень правдоподобно. Все нормально. Давай, порви его. А тебе не странно, что мы так похожи? Ты прямо моя копия. Ты просто мне подражаешь, вот и все. А тебе кажется, что это ты Лина Малина? Единственное и неповторимое. А ты помнишь своих родителей? Первые месячные? Что-то из прошлого до начала? Вот этого? Нет, ты меня специально провоцируешь. Да какие тут провокации? Ты ничего не помнишь, потому что ты клон. Биотехника создала тебя по заказу ФРУ, чтобы ты заняла мое место и шпионила в Найт-Сити для НСШ. То есть вся моя жизнь — это ложь? Погоди, если ты меня разоблачила, значит, я провалила свое задание. Они убьют меня, чтобы замести следы. Этот мужик играл прямо так убедительно. Хотя вайп у него был странный. Бррр. Я что-то не знаю, хочу ли я участвовать. Давай я подумаю и позвоню. Спасибо за... вот это вот. Чао. Видно, что ей не зашло. Все эти политические разборки немного не в ее стиле. Не знаю. С моей стороны договор выполнен. Ага. Сейчас вышлю деньги. Смонтируем материал. Посмотрим, что выйдет. Сначала найду Тула, пока он не наломал дров. Хорошо хоть. Я включил родительский контроль на определение геопозиции. Ну и где тебя искать? Есть что-то для меня? Привет, Керри. Ты знаешь, на что я сейчас смотрю? На объявление, блядь, о концерте Аскрекс! Да этого нихуя быть не может! Как? Мы же с ними разобрались. Да им вообще было похер! Они просто передвинули дату!
Блять, короче, встречаемся у клуба. Если они не понимают тонкие намеки, хуй с ними, будут толстые. Что на этот раз? Будем минировать клуб? Нет, просто поговорю с ним. Хорошо, я уж думал. Пушку захвати.
Жесть, ну и клоповник. Не надо! Рид, прием. Я в коридоре, как слышишь? Слышу хорошо. Я тоже на позиции. Я под водой. Хорошо. Ищи путь на ту сторону. Я пока похожу вокруг отеля, разведаю обстановку. Скорее всего, Хансен приказал залить эти туннели. Не хватало людей стеречь все проходы в здание. Нашел брешь в периметре. Скоро буду внутри. Конец связи. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии. Thank you.
Я просчитал маршрут, по которому ходят патрули, и понял, как пробраться между ними. Так, я прошел... Его точно внесли в систему, если, а значит, или его украли. Ищи давай лучше. В списке есть, значит, надо найти. А. Жду у ворот склада. Твоя задача — зачистить территорию и открыть их с другой стороны.
Да где же ты, Рид? Я же говорил, брать только самое нужное. Нет, блин. Нам надо исчезнуть до утра. Я же тебе говорил. Босс нашел его в моем шкафчике. Если не свалит. Да послушай ты меня хоть секунду. Если не свалим из города... Как мне это доставлять? Как-нибудь по-другому. Это вход для VIP-гостей. Интересное в доставке? Только ящики с бутылками. Наш пролетал. Ясно. А, вот ты где. Как обстановка? Вижу ворота и двух охранников. Не думай об охране, просто открой ворота. Добро пожаловать. Я поеду наверх. У меня есть доступ к лифту. Подтягивайся, я тебя там встречу. Принято. Эдди, Локи? Видимо, дрочат там за ящиками. Или опять покемарить решили. Здесь явно кто-то есть. Осторожно, тут кто-то шарится.
Выходи, есть разговор. Держать позиции, сукины. Будь начеку. Мы в волчьем логове. Боишься его? Хансена? Этот человек неоднократно посылал на три буквы и Новые Штаты, и Найт-Сити. Его давно должны были прикончить. А он живет и правит целым районом. Ага. Значит, боишься. Хансен может делать здесь, что захочет. Это факт, который нужно признать. Никто не говорит, что его надо бояться. Найди место, с которого меня видно. Нейтрализуй всех, кто может представлять угрозу. Веди себя тихо.